Твери в недалеком будущем появится еще один город-побратим. В среду 28 августа прошла встреча главы Твери Алексея Огонькова с официальной делегацией из Китая. На встрече был подписан протокол о намерении установить побратимские связи между Тверью и городом Цзиньмэнь. По словам гостей, наши города похожи по расположению и занимаемой территории. Кроме того, они могут быть полезны друг другу как в сфере развития туризма, так и в экономическом отношении. Наш город, как и Тверь, расположен между двумя большими городами. Также у нас развивается производство продуктов питания. Это тоже сходство. Мы приветствуем торговлю тверской бараниной, говядиной, молочной продукцией в Цзиньмэне, потому что у нас нехватка этих продуктов. Мы также можем поставлять в Тверь продукты, если понадобится.